Всем привет, друзья! Меня зовут Алексис, и добро пожаловать на мой новенький видосик. Сегодня мы с вами продолжаем играть в мобильные игрушки. Но перед началом просмотра, друзья, я бы хотел вам порекомендовать свой новый игровой канал. Ссылочку на него вы найдете в описании под этим видео. Обязательно переходите и подписывайтесь, друзья. Мне очень важна ваша поддержка, потому что тот канал я завел относительно недавно, и там очень мало подписчиков. Поэтому, друзья, я буду благодарен каждому, кто перейдет и подпишется. Ну что ж, мы, в принципе, с вами начинаем с игрушки Бравл Старс. Но первую катку Бравл Старс мы с вами поиграем, конечно же, за Макса. Друзья, быстренько лутаем сундучки в мега ускоренном режиме. О, спасибо, спасибо тебе большое. Этого, кстати, мы сейчас уничтожим, ребят. Давайте еще один разочек. Блин, еще один разок, я говорю, и все, ему будет хана. Так, пока что давайте, друзья, мы отступим, потому что там Шелли бегает. И она меня чуть не уничтожила. О, кстати, этот чувак тоже напал на Шелли. Мы сейчас их обоих уничтожим с вами. Есть, в принципе, и того уничтожили, и того уничтожили. Неплохо. Осталось 7 бойцов. У нас уже с вами 3 баночки есть. И, кстати, скоро уже будет ульта. Я, в принципе, очень рад. Вот еще, в принципе, 2 банки есть. Смотрите, Бул. Тут вот сидит где-то, он уже с кем-то, с Кольтом сражается. Да, друзья, с Кольтом сражается этот Бул. Так, нужно его, короче, поймать и добить. Давай, 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 да, все, мы его добили. Отлично, там остался еще Эль Примо. Давай, быстрее, быстрее, лутаем еще эту баночку. И, оп, все, забираем себе эту энергию. Давайте еще вот этих вот 2 залутаем, быстрее. Так, есть. И, друзья, идемте нападать, короче, осталось 4 бойца. Так, ну, Брок, ему хана, я сейчас его уничтожу, если что. Так, он меня решил накрыть, да, он меня решил ракетами накрыть. О, ну это было мощно, кстати. Очень мощно, давайте быстренько восстановимся. Просто мега ускоренное восстановление, и идем добьем тех бойцов. Вот, они еще сражаются между собой, да, они сражаются, но ничего страшного. Короче, все, минус один, минус второй. Друзья, забираем эти 2 банки. Кто там еще у нас остался? Кто-то последний. Вы, кстати, можете написать в комментариях ваших любимых бойцов в Бравл Старс. Мне, например, Макс нравится. Это вообще прикольный такой чувачок. Вот от меня этот убегает. Ну, понятно, что он от меня убегает, потому что ему хана, друзья. Ему просто хана. Вот, берем ульту и до свидания. Я его порвал, просто уничтожил. Ладно, первая катка у нас с вами удачная, очень даже удачная. Давайте мы тогда сыграем за другого бойца и выберем другой режим. Играть я буду за Эль Примо в Бравл Бол. Это, кстати, режим, который я играю очень плохо, ребят, не знаю. Постараемся, конечно, выжить, здесь выиграть, конечно же. Так, все, мяч у нашего союзника. Его нужно срочно прикрывать, ребятки. Его нужно прикрывать всеми возможными силами, всеми только возможными. Так, отлично, он молодец. В принципе, он выполнил неплохо свою миссию. Так, и теперь мы давай удар. И давай, давай, удар еще один. Блин, меня уничтожили. Ну, мы, в принципе, с вами, смотрите, как мяч этот почти до ворот довели, да? Неплохо. Быстрее восстанавливаемся, потому что тут вот наши противники есть. Так, подходит, подходит, подходит. Мы бьем, конечно, мажем. Так, Джин. Ну, Джин, до свидания. Короче, Джина мы должны с вами отделать сейчас, отмудохать. А, там же, блин, смотрите, кто. Тут этот вот Дэрил. Дэрил мощный перец. Все, друзья, мне кажется, что нам забьют сейчас гол. Давай, пожалуйста, только не это, только не это. Суперспособность. И сейчас мы их обоих просто разложим. Красиво, красиво разложим. Так, давай, бери эту штуку. Дай лучше мне. Дай лучше мне этот мяч. Потому что у меня, блин, у меня ульта уже была. Заряжай быстрее, заряжайся. Так, мы сейчас будем, короче, выбивать. Выбивать. А, что? Я думал, будем, короче, пробиваться вперед. Есть. Короче, наш союзник забил гол. Это хорошо. Ребят, конечно, не без нашей способности, не без нашей поддержки. То есть, так, еще разок ульта. Давай, 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 давай. Ну же, ульта. Так, все, на, получай. Так, ну лучше все-таки. Молодец. Он просто красавчик. Он 2 гола забил, но Алексис Плей, звездный игрок. Потому что, ну, друзья, мы с вами тащили. Как ни крути, мы тащили. Я, в принципе, доволен. 2 катки, 2 победы. Можно открывать следующую игру. И это у нас Castle Crush, друзья. Игрушка нашла нам противника. Кстати, у него немножечко больше кубков, чем у меня. Ладно, давайте подождем, пока восстановится наша мана. Он пока что тоже никого не посылает. Вот этот вот демон. Я жду, пока он уже восстановится. Это, кстати, не самый сильный. Самый сильный у нас, друзья, Жнец. Ладно, давайте, погнали. Потому что мана что-то очень медленно тогда вот восстанавливается. Нам нужно с вами это исправлять. Короче, нападаем, друзья, на этого бойца. Так, давайте мы его так подорвем. Для начала. Бум. Так, о, ну мощный, в принципе. Что? Мощная, конечно, подруга, друзья. Очень мощная. А если мы поставим вот этого чувачка? И что? Кто кого? Опа, есть, самоликвидировались. Отлично. Голем на голема. Хорошо, пока что, друзья, все четко. Помощники на центр пошли. Так, этого мы так сейчас сделаем. До свидания. Идеально, просто. Бомбочку, короче, бросил куда надо. Так, тут нужно, короче, срочно демона. Друзья, демон сейчас разберется с этими, со всеми. Он сейчас всех положит просто. Эти големы будут драться очень долго. Но мы сейчас с вами жнеца нашего еще на центр кинем. Давай, жнец, пошел, короче. Помогай. Помогай, короче. Ого, этот мощный прям чувак был. Даже очень мощный. И давайте мы вот этого вот чувачка тоже поставим. Пусть он отстреливает потихонечку это все дело. Так, ну жнец, понятно. Жнец справляется. Так, голем. Не-не-не, я не хочу голема. Я лучше демона своего нашлю. Короче, друзья, это онлайн-игрушка. Играть мы
выкупим, скорее всего, одну катку. Очень надеюсь, что выиграем, ребят. Безумно надеюсь, что мы будем выигрывать с вами. Но мы, в принципе, уже прорываемся вперед. Да, отлично, уже начали бомбить его замок. Так, еще голема, короче, отправляем. Ну все, он точно не успеет. Мы с вами максимально сейчас все карты свои используем. Все, погнали в бой. Наша Спарта, это, кстати, по-моему, из Испании, да, был чувачок. Все, мы его уничтожили. Это была очень быстрая катка. Обычно я играю там по несколько минут, да, в игру. А это, получается, в эту игру я играл очень малое количество времени, то есть где-то минутку, да. Поэтому я предлагаю, друзья, провести нам еще с вами один бой. Но для начала давайте я за кристаллики открою вот этот вот мощный сундук, потому что здесь может выпасть что-то прикольное. Прокачка этого нашего перса. И, в принципе, так, неплохо, можно голема прокачать. Я вот хочу его прокачать. Я максимально прокачал тех бойцов, за которых я буду играть. И сейчас мы еще разочек с вами сразимся, друзья. Так, ну давайте сначала лучника чуть-чуть кинем, да? Короче, отличненько, все, бросаем лучника. Он разберется сейчас со всеми. Так, мне нужно больше мана использовать. Мне нужно использовать реально очень много мана. Давай, чувачок, ты тоже помогай уничтожать этого клоуна. Кстати, вот этих вот бойцов, друзья, я прокачал. Неплохо прокачал. Ого, смотрите, что он делает. Отталкивает, блин. Отталкивает моих персонажей. Ладно. Все, ему хана. Кинули на меня голема, значит, да? Ну, не беда, друзья, мы с вами тоже кинем голема. Давай, голем, в бой пошел. Ну, его голем немножечко попрокачнее, чем наш с вами голем, потому что, ребят, ну, третий у него уровень, а у нас только второй. Так, ладно, сейчас демоны пойдут. Демоны в бой. Короче, он решил атаковать меня именно вот этот вот нижний фланг, да? Атаковать. Ну, ничего, ничего, друзья, мы покажем ему и на другом фланге. Давайте на центр тоже кого-то бросим. Все, погнали на центр, короче. О, он демона тоже вызвал. Хорошо. А если я вызову палача? Что ты на это скажешь? Вызываем палача. А, смотрите, что он делает. Он отталкивает. Он отталкивает моего голема. Блин, эта штука, короче. Давайте мы его подорвем немножечко. Вот так вот. Бум. Все, получай. И вот сюда вот демона еще бросим. Сейчас демон покажет тебе. Все, до свидания. Короче, разбомбили их. Он тоже, кстати, на меня демона послал. Ну, ничего, ничего, друзья. У нас мана уже, кстати, очень много. Так, он током еще ударил каким-то. А мы, в принципе, по всех флангах его атакуем. Этого чувачка. Так, теперь берем этого монстра. Кстати, это максимальное расстояние, на котором я могу. На которое я могу, вернее, бросить своих бойцов. Оп, смотрите, как демон сейчас разберется с этим чуваком. Все, хана ему уничтожил. Еще одного палача. А, даже нет смысла, ребята. Мы с вами. Вторая победа, мы с вами еще раз выиграли. Здорово, я, в принципе, доволен. Давайте тогда будем открывать другую игру. И это у нас Зуба. У Зуба мы с вами постараемся сыграть одну катку. И, конечно же, ну, мы должны выиграть, ребятки. Все, у нас с вами уже все оружие есть. Изначально нам сразу дают оружие. Вот в последнее время я заметил, реально это происходит. Так, давайте поборемся, в принципе, с этими чуваками. Подходим вот сюда, вот к ним чуточку поближе. Это, кстати, охрана. Ее можно вот так вот перебить. Все, и забираем аптечку. Забираем аптечку и забираем золотое, вот это вот золотое копье. Все, золотое копье, оно немножко лучше, чем обычное копье. И продвигаемся, друзья, дальше. Я хочу уничтожать не бота, потому что то был, конечно же, бот. Я хочу уничтожать реальных игроков. Что я сейчас буду и делать? Бежим где-то вот на центр. Но пока что, друзья, никого здесь не вижу. У нас будет с вами одна каточка, одна единственная. Поэтому, друзья, надо обязательно взять первое место. Вот, вижу Никса. Отлично. Побегаем и уничтожаем этого чувачка. Давай. Да ну, блин. Ну, чуть-чуть. Короче, не добили, друзья. Совсем немножечко не добил я его. Опа, сюда иди. Так, и еще совсем чуть-чуть осталось. Так, побегаем, побегаем, хилимся. Побегаем, хилимся. Блин, да капец. Короче, не получается, ребят. Не получается его уничтожить что-то пока что. Так, мне нужна аптечка. Срочно нужно взять аптечку, чтобы захилиться. Все, есть, аптечка взята. Берем, короче, житик. Так, берем житик и давайте этого тоже чувачка будем уничтожать. Вот так, оп, блин, в сторону ушел. Ничего себе, мощный перец. Ну, у нас с вами уже вся серебряная броня получается. Ладно, давайте мы тогда охранника уничтожим. И заберем, а вот аптечки, кстати, вот аптечки. Так, давайте мы возьмем эти аптечки. Берем быстрее их, быстрее, быстрее, быстрее. Так, все, хилимся и бежим, нападаем на кого-то. Так, что-то я разучился, мне кажется, играть немножко. Бум, здесь взрыв произошел. Все, мы сейчас этого Никса с вами добьем, ребят. Все, ему хана, мы его подбили, кстати. И сейчас еще там совсем немножко осталось. Тут, кстати, два бугая на него напало, все, есть. Мы его развалили, забираем этот житик. Уйди, уйди с дороги. Так, и этого тоже нужно добить, все, до свидания. У него, кстати, все золотое было, ребят, вы видели? Реально все золотое, мы это золотое тоже, конечно, с вами сейчас подберем. Так, берем, 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 берем. Быстрее, 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 все, бежим. Убегаем отсюда быстрее. Так, мы с вами сгораем. Но ничего страшного, ребят, у нас с вами есть еще одна аптечка. На крайняк еще есть одна аптечка. Вот уже и две прям целых. Две целых аптечки, блин. Так, нужно быстрее захилиться, давай, 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 давай. Есть, все, захилились, ребятки. Берем еще одну аптечку, берем следующую аптечку. Так, давай, 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 да нужно быстрее, быстрее, быстрее. Так, мы взорвались, так, все, есть. Мы ее использовали, ребят, выбегаем.
Кстати, блин, мощный чувак. Давайте мы тоже будем его гасить потихонечку. Так, и этого тоже можно гасить. Блин, жестко, ребят, жестко. Пусть они посражаются между собой. Это последние, кстати, бойцы остались. Самые последние, что есть... Только. Так, ну у нас мало здоровья, на нас никто пока что не нападает. Это, походу, самый жесткий перец, вот тот вот. Да, он реально самый жесткий, ребят. Так, нам с вами нужна аптечка, срочно, все, есть, есть. Это наше спасение, ребята, это наше спасение, отлично. Хилимся. Мы с вами восстановились, осталось еще два бойца. Они вот тут вот выясняют отношения между собой. Так, Никс у хана. Друзья, Никса добиваем. Давай быстрее, 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 быстрее. Мы должны с вами его добить и забрать его аптечку. Так, все, отлично. Забираем его аптечку. И у нас с вами, друзья, преимущество. Все. И теперь давайте мы этого чувака подобьем вот так вот на изи. Это будет вообще легко. Все, до свидания. Алексис Плей берет первое место, ребят. Одна катка, одна победа. Я, в принципе, доволен. Давайте тогда будем закрывать эту игру и открываем следующую игру. И эта игрушка у нас Блок Бустер. Друзья, начинаем с первой миссии. Погнали. Сейчас будем с вами разбираться, что здесь нужно делать. Но, друзья. По-моему, что это прикольная игра, смотрите, что тут вообще нужно делать. Тут все очень просто, вот так собираем эти вот штучки, все, есть. Понятно, что это, друзья, первая миссия, они очень легенькие. Дальше будет чуточку посложнее, тут у нас уже вон кристаллики какие-то есть, отлично, отлично. Короче, собираем все вот эти вот квадратики, которые тут есть. Ребят, залипательная игрушка, очень залипательная. Смотрите, бум, как все эффектно падает, просто мега эффектно. Мы с вами проходим все, конечно же, на идеально. Я думаю, что таким темпом мы с вами пройдем очень много миссий. Так, оп, все, есть. А, блин, я понял, ребят, это разрушительная какая-то штука, ее, наверное, не надо брать, все, здорово, прошли. То есть, видите, тут не все нужно собирать, ну тут понятно, что тут мы все собираем, все абсолютно падает в эту вот в черную дыру, 5 миссий мы уже с вами прошли. Так, это динамиты, их нельзя трогать, ребят, если мы возьмем динамиты, то, походу, мы рванем. Здорово, проходим дальше эту миссию. Skip the level, кстати, можно сделать. Нет, мы skip the level делать не будем, ребят. Мы сами и так на идеально все пройдем, мне кажется. Так, хоп, это берем. Ой, блин, динамит. Фу, чуть не упал, короче, туда. Но мы сами справились. Так, ну это миссия легенькая. Замок, да, смотрите, замок разрушаем. Берем кристаллик. Кристаллик это типа какие-то, друзья. Мы что-то за них сможем потом себе, наверное, покупать. Ну, прикольно, ребят, реально прикольная игрушка. По-моему, мне эту игрушку подписчик посоветовал. Я, друзья... скачу только те игры, которые вы мне советуете. О, уже черные собираем штуки, смотрите, прикольно. То есть все, просто все собрали. Девятая миссия. Нет, давайте мы потом с вами оценим эту игрушку. Не хочу я пока что оценивать. Так, продолжаем дальше. Это у нас десятая. Ого, это что за замок тут, смотрите. Его, кстати, можно разрушить. Да, это замок. Разрушаем его. Так, опа, все. Некоторые слои попадали. И главное, что мы не подобрали вот этот вот динамит, ребят. Если бы мы его подобрали, было бы все очень плохо. Давайте мы пройдем еще парочку миссий. Ну, мало ли, вдруг кому-то такие игры не нравятся. Я, например, люблю такие игры. Они типа своего рода как антистрессовые. Мы с вами крутим колесо фортуны. И у нас... Давай! Блин, ну почему 5 диамантов? Можно было же 15 выбить. Я был близок к тому, чтобы выбить 15 диамантов. Так, ладно, это у нас домик. Давайте мы его разрушим, этот домик. Вот у нас еще один диамант есть. Diamonds, да? Эти бомбочки не берем. Друзья, давайте вот так, еще две миссии. Вот две миссии прохожу, и все, и закрываем эту игрушку. Это у нас Махиндахин. Махиндахин мы сейчас с вами разложим. Стоп. Я проиграл, друзья. Там, оказывается, был... А, там два динамита было, блин, я не заметил. Я что-то подумал, что там только один динамит. Но пока что сложноватенько, ребятки, сложноватенько. Так, нужно так вот резко это все сделать. Оп, все, есть. Вот теперь собираем... Все лишнее, вернее, собираем все нужное, а лишнее оставляем. И последняя миссия, друзья, на сегодня, которую мы с вами пройдем. О, это уже посложнее, тут уже 3 динамита. Но все равно мы с вами это все пройдем на изи. Ой, блин, упал, ребята, упал, капец. Ладно, вторая попытка. Попытка номер 2, как говорится. Видите, они очень быстро могут в эту дыру упасть, эти динамиты. Это печально, так, и все, есть, ребят, мы с вами эту миссию прошли. Ладно, закрываем эту игру, открываем другую. И у нас первая миссия, нам нужно собрать с вами вот такие вот статуэтки. Что-то тут за бесплатно можно сделать, ну давайте мы используем. Это, кстати, какой-то новый, какая-то новая способность. А, это подсказки своего рода, я понял. Ну я, в принципе, понимаю, где здесь статуэтки. Ого, такая большая статуэтка, серьезно? Ну давайте мы ее заберем. Комбо, это была комбо, и сейчас мы ее, друзья, с вами откроем, эту большую статуэточку. Но я думаю, что нам не эту нужно, друзья, с вами статуэтку собрать, нам нужно собрать другую статуэтку. У нас есть 17 ходов, всего-то навсего, представляете, это очень мало. О, как много груш здесь, прям куча груш, да, давайте мы вот так вот сделаем. О, все-таки да, друзья, все-таки это можно было собрать, а вот вторая громаднейшая. А, и вот еще одна, я понял, хорошо. Ну, ничего, это, в принципе, не очень так сложно будет, мне кажется, сделать. Угу.
Теперь что? Ну давайте теперь используем эти вот штучки. Они нам помогут. Все, все игрушечки собрались. Так, бомбочка. Давайте мы вот так бух рванем. Потом теперь в эту вот сторону давайте. Давай, быстрее. Бум. Теперь вот эту вот штуку используем. Теперь вот эту вот штуку используем. Короче, блин, классная, друзья, игрушка. Мне нравится. Все, и бомбочка, грубо говоря, сейчас нас спасет. Так, еще одна штучка осталась. Вот, одна штучка, и мы открываем. Друзья, одна штучка, мы открываем это. Блин, да капец. Что за ерунда? Все, есть, открыли. 5 ходов, друзья, осталось, всего-то на все, представляете? Давайте фиолетовый забирайте, есть то, что и надо. Бомбочку бросаем вот сюда, вот на эту сторону. О, это у нас ТНТ-шка. Интересно, ТНТ-шка как рванет? О, ТНТ-шка рванула прям мощно, ребят. Так, эту статуэтку нужно срочно забрать. Давай, давай, давай. Разбиваем это все и есть. Отлично, друзья, один ход оставался, вы представляете? Я бы проиграл, но нет, я выиграл, я доволен. Короче, смотрите, за каждый пройденный уровень мы с вами можем что-то отстроить. Получается, что вот этот вот наш дворецкий будет сейчас что-то строить. Сейчас посмотрим. Потому что мы с вами, получается, приводим там наше владение в порядок. Кстати, вот какой-то чувачок подъезжает, здоровается с нами. Это мы все пропускаем, это неинтересно, ребят. Они вот реально вообще не по сути там говорят. Так, крутим колесо фортуны. А, все, я его и так крутанул, да? Это какие-то дополнительные плюшечки. Отлично. Плюс одна вот эта вот штука. Забрать награду. Неплохо. И давайте тогда выполним следующую миссию. Следующая миссия. Что нам нужно сделать? Собрать 42 этих штуки и 42 цветочка. Хорошо. Кстати, я не понимаю, почему он ничего не починил, но обычно он что-то чинил. 23 хода, друзья, у нас с вами есть. Так, это маловато, в принципе. А, стоп. Я его как бы... Эти ходы не используются. Когда, грубо говоря, ничего не исчезает, то есть ничего мы не разбиваем, то ходы у нас сохраняются. Хорошо. Так, подсказка. Давайте мы теперь используем бомбочки. Будем использовать вот такие вот плюшечки. Они мне нравятся просто. Я люблю их использовать. Так, теперь, например, давайте вот это вот сделаем штуку. Отлично. Теперь смотрите, сколько зелененьких здесь. Так, 40 цветочков. Друзья, нам надо не забывать то, что нам нужно собирать лепесточки вот эти вот. Поэтому мы это с вами и делаем. Теперь вот так, хопочки, есть. Так, эту штуку можно разбить. Друзья, 15 ходов осталось. Капец. Коль бы я здесь не проиграл. Так, теперь вот сюда, вот еще плюс 3 бруснички этих, да? Теперь вот сюда, вот. Отлично, ну 13 ходов, ребята, мало. Тут груш очень много, надо как-то... О, все, отлично. Сейчас будет бум. Сейчас будет мощный бум. Есть. Так, давайте фиолетовые штуки забирать. А, блин, зелененький. Точно, я знаю теперь, как использовать эту штуку. Нужно было направить на то, что нам нужно собрать. Так, ну ладно, короче, друзья, мы с вами должны выполнить эту миссию. Это 100%, я уверен. Прям даже на 200%. Там, если что, у нас есть дополнительные ходики. Так, ладно, используем подсказочку. Эту штуку мы давайте на фиолетовую направим. Есть, смотрите, 19 осталось. Если мы вот так вот сделаем, хоп. Блин, 5 ходов, ребята! Это мало, это очень мало. За груши дают какие-то плюшки, нет? Нет, не дают никакие плюшки. Блин, 3 хода осталось, ребят. Чувствую, что скоро могу еще и проиграть. Так, давай быстрее, чтобы вот эта вот штука уже появилась, активировалась, да? Ладно, давайте будем за подсказками следить. Так, теперь нам нужно рвануть это все. И что тут еще? 11 осталось. Вот, смотрите, ребят. Блин, не хватает ходов. Ладно, давайте мы тогда купим себе дополнительные ходы. 5 дополнительных ходов, но это мало. Так, я хочу на фиолетовую, типа... Блин, на фиолетовую нельзя было бросить. На фиолетовые ягодки, получается. Так, сколько тут их осталось? Еще 9 и 8, да? Ладно, мы вот так вот сделаем. Хоп, есть. Лепесточки мы собрали, отлично. Одним, грубо говоря, одним заходом. Так, вот еще плюс 4, друзья. 2 ходика осталось у нас с вами. И все, представляете, больше нету. Давайте вот эту штуку используем. Блин, последний ход... Что? Я проиграю, наверное, впервые. Первый раз я проиграю, ребята. Так, ладно, сдаться. Сдаемся. Ну, что поделаешь, друзья, по-другому. Просто никак не получится пройти эту миссию. Ладно, давайте мы... Сейчас я так понимаю, что мы ничего не отстроим. Да, если мы ничего не будем строить, то я предлагаю, друзья, с вами просто... Ну, пройти эту миссию уже в следующей серии. Но сейчас у нас следующая игра. И это у нас Idle Miner, друзья. Как вы, наверное, знаете, потому что, ну, как бы я уже не раз играл в эту игрушку, то, что когда мы заходим в нее, например, вот каждый следующий раз, получается, мы как бы не играли в нее, а денежки нам все равно прибавлялись. Видите, тут все на автоматизме работает, поэтому мы с вами заработали 42, я не знаю, что это такое, это триллионы, триллиарды, сикстиллионы. Короче, смотрите, у меня получается 121 триллион. И сейчас, смотрите, бух, какая цифра будет. Па-бам! 42, не знаю, что это такое, если честно, что это за цифра. Кто знает, напишите в комментариях, пожалуйста. Так, можно это как-то разблокировать? Это можно разблокировать только через 5 часов, либо же за деньги. Понятно, что мы этого делать с вами не будем. Давайте в первую очередь мы с вами вот до автоматизма доведем вот этих вот бойцов.
чтобы мы, грубо говоря, чтобы быстрее наши работники работали. На первом, конечно, на первых уровнях можно было это не делать, но как бы мне несложно нажать вот сюда вот один разок. Просто, друзья, первый мне приносят, смотрите, там, ну, ерунду. А вот уже вот от этого начинают миллионы приносить, вот, вот эти вот же начинают миллиарды приносить, вот эти вот же начинают триллионы приносить. Короче, мы сейчас будем с вами улучшать этого чувака, будем его улучшать до такого состояния, чтобы он начал нам тоже приносить какие-то триллионы. Смотрите, сколько у меня денежек. Так, короче, давайте мы его апаем. Я просто не обратил внимания, он, по-моему, по 3 триллиона мне приносил. Сейчас посмотрим, сколько он сейчас будет приносить. Мы его просто проапаем до такого состояния, что он... Что? Смотрите, ребята, этот вообще чувак сможет забрать все? Да, он сможет забрать все. Его, кстати, сейчас прокачивать не обязательно, того бойца. Тут, кстати, смотрите, как много вот этих вот персов, да, их реально очень много. Ну, что мы еще можем с вами прокачать? Эти вот справляются с их работой. Тут 3 перца, получается, ну, подходит. Загрузился полностью. А, да, конечно, справляются, ребят. Конечно же, справляются. И это тоже, в принципе, справляется, поэтому нет смысла их прокачивать. Можно, например, прокачать еще этого вот бойца. Раз, он прокачивается, и па-бам, все. Еще один перец появился, тут получается уже сколько их? 3, либо 3, либо 4. 108 триллионов, ребята! Вы представляете, что это за цифра? Это капец. Это бешеные цифры здесь вот в этой вот игрушке. И вот, смотрите, это не конец, ребят. Тут еще игрушка не скоро закончится. Я вот в шоке, когда мы дойдем вот до самого низа. Это настолько будут громаднейшие цифры, что я такие цифры еще никогда в жизни не встречал. А в этой игрушке мы вас, мы их обязательно встретим. Тут, короче, было типа указание, что мне нужно открыть, нажать сюда вот. Ну, давайте мы нажмем. И что? Ну, пора и отдохнуть. Ну, пора и отдохнуть, да? Увидимся через 0 секунд. А что такое вообще? Короче, не знаю, что... А, блин, там интернет просто нужен был. Друзья, это, я так понимаю, типа реклама какая-то. Ну, рекламу я не люблю смотреть. Смотрите, у нас уже один этот вот триллиард, либо что это такое. Уже он почти 2. А мы с вами, когда начали играть, было сколько? 40, да? То есть, когда мы в следующий раз зайдем в эту игрушку, тут будет такая бешеная цифра, друзья, что мы с вами просто будем все в шоке. Вот я обещаю, что мы просто с вами шокируемся, короче. Это за триллионы увеличивается, типа, ну, о, вот кого нужно прокачивать, ребят, он же полный, он уже не может все собирать, у него не хватает силы. Поэтому давайте мы его прокачаем вот так вот тоже немножко, все, ему хватит. Теперь давайте вот этих вот по максимуму тоже качнем пару раз бойцов. А теперь ты будешь в состоянии вот именно все забрать за раз? Смотрим, ребятки. Блин, не может он все за раз забрать, ребят, вот кого нужно прокачивать. Поэтому давайте, давайте будем его прокачивать. Этот не может быстро выгрузиться, а тот не может быстро собраться, да, вот эти вот чуваки. Ну ладно, лучше уже подъемника поднимать, потому что, ну, важнее, мне кажется, этого подъемника поднимать, потому что вот деньги остаются, просто остаются деньги. Он не в состоянии столько вот баблишков взять, да, за раз. Смотрите, 300 с копейками, все. Поэтому давайте мы его будем улучшать потихонечку. В следующий раз, когда мы с вами начнем играть, мы максимально прокачаем вот этих вот бойцов, которые поднимают и которые вот отвозят это все. Ладно, ребятки, закрываем эту игру и открываем другую. И следующая игрушка, которую мы с вами поиграем, называется Гренни Пеннивайз. Ребят, да, мы сразу будем с вами убегать не от одной бабки Гренни, а сразу от двоих. То есть от Пеннивайза, типа это получается от деда, и от бабки будем убегать в сегодняшней серии. Ладно, давайте будем выходить, в принципе. Будем тихонечко себя вести. Так, и открывать все возможные вещи. I need a crowbrow. Мне, ему нужна отвертка, чтобы это все открыть. Ну, хорошо. Давайте спустимся. Обычно внизу можно что-то найти, ребятки. Тут, кстати, монстр обитает. Вон он, видите? Туда лучше не заходить, потому что можно погибнуть. Так, давайте... А, блин, ключ нужен, да? Мне все-таки нужно найти... Ключ? Что это такое? Что это за призраки какие-то? Мне нужно найти ключ, и мне нужно найти... отвертку. Это пока что первым делом, что нужно нам с вами делать. Друзья, следующая игра и последняя, в которую мы поиграем. Блин, вот этот чувак, что отстанет меня? Он меня вырубил, друзья. Он, кстати, с этой вот штуки ходит, которую мне нужно, наверное, найти. Ладно, тут, в принципе, как и у обычной Гренни, нам с вами дают 2 этих... Ой, 5 дней. 5 дней на прохождение всей этой игры. Ну, понятно, друзья, что 5 дней мы с вами здесь играть, наверное, что не будем. Если нам, если что-то будет не получаться, то я думаю, что долго здесь мы сами не задержимся. Ладно, давайте будем тогда идти где-то в другую сторону. Поднимаемся наверх, но аккуратно поднимаемся. Этих я вроде бы чуваков не вижу здесь. Пока что, друзья, пока что не вижу. Какая картина страшная. Давайте мы еще выше поднимемся. Так, мы что с вами, получается, заспамнились в подвале? Блин, бабка! Друзья, бабка Гренни, ладно.
Убегаем от этой бабки, она по-любому за мной бежит, да? Так, и давайте мы вот сюда вот зайдем. Заходим вот в эту часть двери. Ой, в эту часть комнаты. Так, и, блин, закрываем дверь! Так, отстань! Отстань, уже бабка меня вырубила. То дед меня вырубил, то бабка меня вырубила. Ну, капец. Ребят, давайте будем закрывать эту игрушку и открывать Майнкрафт. Ну, а сегодня в Майнкрафте мы с вами поиграем в одну из моих любимых мини-игр на сегодня. Это Death Run. Сейчас, друзья, мы уже с вами стартанем. Все, пошел обратный отчет. Приготовьтесь к бегу. И погнали. Все. Бежим. 3, 2, 1. Ребят, не знаю. Короче, первое место еще никогда не брал, в принципе. Поэтому, может быть, сейчас получится его взять. Так, тут у нас небольшой такой паркурчик своего рода. Так, на синенькое запрыгаем, теперь вот сюда вот запрыгаем. И теперь вот сюда вот, все отлично. Пока что, друзья, все хорошо. Я вот как бы, ну, неплох в паркуре. Как бы я не профессионал, я не нубик. Я типа такой, знаете, как бы любитель. Мы с вами, смотрите, одни из первых, кто вот сюда вот зашел. Так, тут на воду, по-моему, нельзя остановиться, если я не ошибаюсь. Ну, короче, на всякий случай я туда не становился, да, видите, все-таки не надо. Но там, блин, вы видели, короче, из тех, как его, блин, из раздатчиков, короче, вылетел огонь. Поэтому быстренько бежим, быстрее, 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 быстрее. Так, фу, все, мы с вами пробежали. Это у нас сохранение или нет? А, тут можно бежать по этой штуке. Как они нас обманули, да? Сделали, типа, такое, что-то, типа, как водяное, да? Так, ладно, тут можно пробегать. Пробегаем, ребята, по-бырому прям бежим очень быстро. О, здорово. Это, короче, какая-то бонусная миссия, она была реально очень легенькая. Давайте мы сейчас тоже побежим. Бежим, бежим быстрее, быстрее. Друзья, пишите в комментариях какие-то крутые мини-игрушки, которые вам нравятся. Блин, ай, капец. Тут, наверное, будет сложно, друзья. Чувствую, что мы здесь с вами, наверное, задержимся на какое-то время. Сейчас, давайте будем думать. В принципе, как тут нужно так прыгать. Ну, подходим сюда, конечно же. Теперь делаем вот такой вот прыжочек. Так, теперь нам с вами нужно вот сюда вот запрыгнуть. Теперь есть теперь вот сюда вот и вот сюда вот. Ну, пока что изи. Пока что реально изи. Так, а, сейчас наверх, да, я понял, я понял. Опа, давай, стоп, подождите, подождите, друзья, нужно так делать. Блин, Малёха перепрыгнул. Отлично, и сейчас. Блин, не люблю такие режимы. Ребят, тут нужно вот так вот делать. Блин, вот разок не туда нажал. А, капец. Ребята, ребята. Так, а отсюда как-то могу где-то туда вот допрыгнуть? Не, к сожалению, наверное, что на эту штуку я не смогу допрыгнуть. Чувствую, что я здесь задержусь. Давайте будем тогда постепенно вот так вот пропрыгивать. Сначала на эту, теперь вот на вот эту. Чуть-чуть, чуть-чуточку, блин, не хватило. Не люблю вот так, когда долго я останавливаюсь на каком-то одном моменте. Очень сильно меня это напрягает. Стоп, стой. Так, дальше куда? Дальше вот сюда вот. Да что ж ты будешь делать? Пропрыгнули эту штуку, давай, оп, есть. Так, дальше куда? Куда дальше нужно прыгать? Ребят, я не понимаю, я не понимаю, куда нужно. А, все, вот теперь я понимаю. Опа! Фу, хорошо. Ребята, капец, если вот сейчас упадем, то есть вот в этом вот паркуре, то придется заново все пропрыгать, вы представляете? Но, слава богу, я профессионал в таких паркурах. Что? Ладно, давайте по-быстрому тогда пройдем, ребят, я просто прикалывался. Да, я сейчас смогу по-быстрому это все пройти, хотя нет, ничего я не прикалывался. Короче, проиграли, ребят. Обратно проиграли, начало было неплохое. Ну да и ладно. Короче, на этом свое видео буду заканчивать. Кому оно понравилось, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, не забывайте переходить по ссылке в описании и подписываться на мой второй канал, друзья. Я буду вам безумно благодарен. Ну а на этом все. С вами был я, Алексис. Всем удачи, всем пока!